Хотел бы посмотреть на такой интересный момент, как отличие старости от молодости, и в частности такое явление, как эффект вау. Почему в молодости он присутствует, особенно в юности и детстве, а в старости практически не присутствует часто? Потому что, как мне видится, детство, оно характерно тем, что ум человека все время открывает новые лабиринты. То есть те лабиринты, по которым он ходит, они полны новых дверей. И все время человек открывает новую дверь, входит в новый лабиринт, и у него возникает вау, что-то новое. А в старости человек, он сидит в одном лабиринте и в одном лабиринте ума, в небольшом, условно говоря, дом, семья, работа, и у него этот эффект вау, ну, уже даже в зрелые годы не возникает. Почему это происходит? Потому что, наверное, сам человек, не осознавая того, загоняет себя в жесткие вот эти программы ума, и чтобы из них выбраться, нужно осознанно как бы, ну, стать ненормальным, стать таким чудиком, как оно и бывает в детстве, то есть перестать серьезно относиться к тем программам ума, которые человек для себя решил, что они для него значимы и серьезны. Если вот эти программы выбросить, то как бы вот эти лабиринты, они начинают открываться. И человек уже просто начинает играть в эти лабиринты, ему уже без разницы там, что он делает. Ну, такое, я не знаю, по поводу, конечно, деструктивного поведения есть разница, но в целом, если это не касается какого-то разрушения сильного жизни, то человек начинает испытывать вот этот эффект вау от всего происходящего, потому что у него вот эти программы рушатся, ум как бы раскрепощается, и он начинает всякой ерундой страдать. И, ну, он ловит вот этот момент, наверное. И у него ум такой становится гибким. То есть, вот если с точки зрения старости человек для себя решает, например, вот как можно стать таким загнанным старым человеком? Он решает, музыка – это шедевр, и надо заниматься музыкой. И он начинает, ему уже музыка там претит, и он начинает от этого страдать, ему все осточертело. А если человек, как один из принципов Дзогчен, начинает ко всему относиться равнозначно, без оценок и суждений, то его ум начинает легко блуждать по разным лабиринтам, и он может там сегодня музыку играть, потом он может ее на неделю забыть и заняться там компьютером, или пойти куда-то в лес, или что-то нарисовать, или с кем-то новым пообщаться, и у него все время вот этот эффект вау возникает.